Привет, мы приготовим витаминные пирожные. Понадобится курага и изюм, прежде запаренные в кипятке, финики без косточек, я взяла немного меда, кишью, тыквенные семечки, масло, топленое или кокосовое, и немного кунжута. Мелко нарезаем курагу и финики. Измельчаем все в блендере. Отдельно измельчаем ореховую смесь. На сухой сковороде поджариваем кунжут. Отдельно обжариваем ореховую смесь. Вливаем масло и выкладываем измельченные сухофрукты. Далее мы кладем ложку меда и всыпаем наши орешки. Тщательно все перемешиваем и томим на огне еще минут 5. Раскатываем нашу колбаску и посыпаем ее поджаренным кунжутом. Заворачиваем в пищевую пленку и убираем в морозильную камеру на 1–1.5 часа. Наше пирожное готово. Оно получилось ароматным, вкусным и очень полезным. Наслаждайся!